собрании депутатов обсудили ситуацию с наличием топлива в поселке Амдерма. В заседании приняли участие депутаты регионального парламента, представители администрации округа и Заполярного района, окружной прокуратуры. Остаток топлива в Амдерме составляет 192 тонны, суточное потребление – почти 3,5. Соответственно, при этом расходе топлива хватит на 55 дней. Эти данные сообщил глава Заполярного района Алексей Михеев в ходе совещания. В ближайшее время из Воркуты планируется доставить еще порядка 83 тонн топлива. Кроме того, есть резервы – 40 тонн в Каратайке. Кризиса не было. Есть проблемы с несовпадением остатков по учету и фактических. С этим разбираемся. Скажу уже, что на сегодня два заявления в управлении Министерства внутренних дел жилкомсервисом направлено по факту имеющейся недостачи. Ситуация в Амдерме также на особом контроле в прокуратуре Ненецкого округа. В апреле сотрудниками была проведена проверка, вынесен ряд предписаний. Это, во-первых, неисполнение при закупке топлива того акта, который был принят департаментом строительства жилищно-коммунального хозяйства, ГЕТКИ и транспорта в части нормативного запаса, который должен быть обеспечен. Да, он составляет порядка, по-моему, 500 тонн должен был быть. Да, это, скажем так, это резерв. Второй момент – это имеющееся упущение в части контроля вообще за расходным топливом. И третий момент, который был указан в представлении, это о том, что несмотря на имевшуюся информацию, которая была в муниципальном предприятии «Северный сервис», и в том числе обращения, которые поступали от исполняющей обязанности главы поселка Амдерма, да, ответы на них не направлялись. То есть там было два обращения в феврале, то есть ответы представлены не были. Кроме того, если подтвердится факт хищения топлива, то будут приняты соответственные меры. Вот это сейчас ситуация с, предварительно с тем, что нехватка более чем 220 тонн, она тоже, так сказать, не обрадовала хозяйствующий субъект, который за это заплатил деньги. И говорить о том, что они при этом плохо, так сказать, надзирали, может быть. Но мне кажется, тут в большей степени нужно вот этих вот злодеев устанавливать. Если этот факт все-таки подтвердится, устанавливать злодеев и уже к ним, так сказать, всю строгость нашего взгляда. Энергообеспечение поселка администрация Заполярного района держит на ежедневном контроле. Два специалиста «Севержилкомсервис» работают в Воркуте и Амдерме. Ольга Русул, Вадим Носкин, телеканал «Север».